что ж, друзья, печка у нас понемножечку разгорается. И смотрим, что же мы будем сегодня готовить. Вот, друзья, здесь три вида мяса. Здесь свинина, кострец, полкилограмма. Здесь говядина, ошейк говяжий, около килограмма вес. И здесь, друзья, каре молодого ягненка. Замечательнейшее мяско. Вот, смотрите, что получается. Дальше мяско я буду делать с овощами. И я буду использовать сегодня лук обычный, лук порей, две морковки у меня достаточно крупные, и грибочки, и вот брокколи, красивенькие брокколи. И это все, друзья, мы будем тушить в казане на костре. Мяско получится замечательное, с дымком, ароматное и вкусное. Приправы, друзья, будем использовать по мере приготовления. Ну что ж, нарезаем мясо и овощи. Мясо режьте, друзья, так, как вам нравится. Средние кусочки делайте, чтобы они хорошо прожарились, протушились. Свежее мяско. Если вы будете использовать свежее мясо, это уже 50% успеха всегда, друзья. Что бы вы ни делали, какое мясное блюдо не готовили, всегда свежее мясо — это 50% успеха. А если вы еще добавите хороших приправ, это уже 80% успеха. Еще немного вашей фантазии, и, друзья, на выходе вы получите шикарнейшие блюда, просто шикарнейшие. Баранина. Ох, какие кусочки замечательные баранины. Вот, друзья, мясо мы нарезали такими вот кусочками. Прогреваем казан и начинаем обжаривать. Греется, а мы с вами займемся нарезкой овощей, друзья. Крупненькие кусочки морковки делаю. Я люблю тушеную морковку в мясе. Она добавляет сладость мяску. Итак, морковка полезная. Казан хорошо прокалился. И наливаем масло. Добавляем мясо. Добавляем мясо. Я его не мариновал, не солил. Субтитры
Крышкой, друзья, не накрываем, пускай оно понемножечку томится. И ждем, пока оно начнет приобретать такой слегка золотистый цвет. Обязательно, друзья, помешиваем, не забываем. Ой, аромат шикардос, просто шикардос. Уже аромат, даже без каких-либо приправ, без соли, даже, друзья, без приправ, аромат просто, уже аромат просто шикарный. А мы еще только начали. Шикарно, друзья. Никогда, когда я готовлю такие блюда, никогда сразу я не солю, не мариную. Все нужно делать потом, в конце, когда мясо уже практически будет готово. Тогда вы получите шикарнейшее, нежнейшее мясо. Добавляем немножечко огонька. И продолжаем. Друзья, я закончил нарезку всех овощей. Все, выставляем и ждем, друзья. Сейчас мясо еще буквально 5 минут тушится и добавляем, начинаем добавлять овощи. Помешиваем, помешиваем. Друзья, не забываем помешивать мяско. Тушится. Все тушится. Вот еще буквально 5 минут времени тушим и добавляем морковку. Вот, друзья, смотрим, как чувствует себя мяско. Чувствует себя замечательно. Вот, зажаривать мы не будем, нам это не нужно. Мы будем томить, чтобы мяско было
мягким, нежным. Вот, друзья, перемешали. В принципе, можно начинать добавлять морковку и другие овощи. Немножечко огонька добавим. И вперед. Что ж, ребята, добавляем лук. Перемешиваем и сразу добавляем морковку. Сейчас лучок даст сок свой, и уже начнутся ароматы еще сильнее пробиваться. Это, друзья, получится гораздо вкуснее, чем шашлык, я вас уверяю. И пошла в ход морковка. Перемешиваем и накрываем. Немножко добавим огонька. Что ж, накрываем и наблюдаем. Добавили огонька, и дело пошло гораздо лучше. Томим носков, томим. Не добавляем ни воды, ничего. Просто томим в собственном соку. Сейчас морковка даст сок, лучок даст сок, жирок с мяска. И будет все замечательно. Продолжаем томить до полуготовности морковки. Ох, как ворчит. Очень люблю готовить, особенно на природе. Казане блюдо получается еще вкуснее, такое не получится на обычной кухне, где нет дымка. Вот с дымком получается шикарно. Вот, друзья, немножко подтомилась морковка, еще не готова. Ну, а мы продолжаем. Я думаю, друзья, можно добавлять лук-порей. Что мы и сделаем. Добавляем лук-порей и продолжаем тушить. Я его использую не часто, но сегодня решил добавить. Вот. Друзья, это просто магия цвета и вкуса. Просто бомба. Накрываем крышечкой, убавляем огонь и на 5 минут забываем. Так, друзья, смотрим, что у нас происходит. О, это шик.
Так, что у нас с морковкой? Да, морковка уже готова, протомилась. Какой аромат. Ну вот, друзья, пришло время добавлять приправы. Не солим, только приправы. Итак, друзья, смесь перцев. Сразу добавляем немножко. Остроты нам не нужно сильной. Намалываем свеженький перчик. Будет замечательно. Так, далее, друзья, зира. Берем зиру. Вот сколько я добавляю зиры. Между ладонями хорошо перетираем зиру, как это мы делаем при готовке плова. А, вот так. О, шикарный запах, шикарный. Люблю приправы, друзья, все, что с ними связано. Немножко базилика решил добавить, совсем чуть-чуть, для легкого аромата. Далее куркуму. Немножко. Для красоты и легкого аромата. Ну и кориандр, куда же без него. Тоже немного. Немного только для аромата. Далее сейчас потушится. И проверим, если будет маловато, мы чего-то добавим. И перемешиваем все это. Перемешиваем и добавляем грибы и брокколи. Уже пора. Вот пошли грибочки и брокколи. Ну вот, друзья, вот пошли последние наши овощи. Последний овощ, вернее, брокколи. Перемешиваем, друзья, закрываем и опять ждем 3-5 минут. Друзья, от этого запаха уже можно себя проглотить. Вот, куркума работает. Свет уже у мяса появился, у блюда у нашего. И продолжаем тушить. Вот, друзья, накрыли и где-то 5 минут даем ему еще потомиться. Так, друзья, 5 минут прошло. И на этом этапе нам нужно добавить немножко водички, для того, чтобы протушилось мяско. Хорошо протушились наши мясо, овощи. Вот, больше не нужно. Добавляем хорошо огонь. Перемешиваем. И теперь, друзья, осталось это все дело нам хорошо протушить. Где-то, я думаю, минут 20 в таком виде тушим. И я думаю, что все будет у нас готово. Все. Накрываем крышкой. Доводим хорошо до кипения. И далее делаем медленный огонь, чтобы оно томилось. Так, друзья, смотрим, как себя чувствует мясо. Кипит, не кипит. Так, замечательно томится. Крышку пока в сторону. Так, томится замечательно. Перемешаем.
Вот сейчас лишняя влага вся испарится и останется только сок, который нам нужен. Так, друзья, добавляем чесночок целый, добавляю целую головку, я ее хорошо промыл и добавляем. Процесс приготовления мяса очень похож на процесс приготовления плова, тоже люблю его готовить, в казане шикарно получается. Накрываем крышкой и через 10 минут солим и потом оставляем его уже доходить. Вот, томится мяско. Хорошо я дал у меня. О, красота. Это красота. Протомилось мясо. Где-то 15 минут и пришло время солить. О, шикарный вкус, сладкий. Морковка весь свой сахар отдала. Значит, что по поводу соли? По поводу соли, друзья, я не могу сказать в граммах, в ложках, в сантиметрах, сколько сюда необходимо. Только исключительно на ваш вкус. Вот я добавил где-то полную столовую ложку и пока на этом остановлюсь. Сейчас через буквально 3-5 минут пробуем и, если нужно, добавляем еще. А пока, друзья, нам нужно, чтобы лишняя влага испарилась, поэтому пока мы потомим мяско без крышки. Ну и пришло время откушать, попробовать на соль, добавлять, убавлять. Вполне достаточно, друзья. Вот вы видели, сколько я насыпал соли. Этого вполне достаточно. Это то, что нужно. Вот больше мы его не трогаем, ничего не добавляем. Это то, что должно быть. Далее просто томим. Испаряем лишнюю влагу, чтобы осталось просто так. Буквально легкий соус остался. И практически все у нас уже готово. Ну что ж, друзья, как говорится, момент истины. Я думаю, что все сготовилось у нас. Открываем. И пробуем мяско. Мягенькое мяско. Ну и возьмем кусочек и попробуем. Сейчас найдем говядину. Вот такой кусочек жилистый. Попробуем. Если он готов, значит, готово все. Мясо шикарное. Мясо просто шикарное, друзья. Да, все, это зачет. Отлично. Все супер. У нас все готово. Набираем в тарелочку и идем кормить семью. Вот, друзья, результат. Наш результат. Это зачет однозначно. Баранинка, говядинка, свининка, все, все берем. Чесночок, я люблю такой чесночок. Шикарно. Вот что у нас получилось. Просто шикарно. Просто шикарно, вкусно. Замечательно. Вот, идем угощать семью. Ну вот, друзья, я поделился с вами рецептом приготовления мясного ассорти с овощами. Всем, кому понравилось, лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч!